Ночной Вифлеем погрузился в глубокий и сладостный сон. На в ночь ту Спаситель родился, и в яслях он был положен. Мария тихонько склонилась над милым младенцем своим. Всевышнему Богу молилась, душой умоляясь пред Ним. И наши сердца посольются в молитве одной в этот день. Господь, помоги нам проснуться, оставив духовную лень, чтоб жизнью своею прославить того, кто был в яслях рожден, весь страх и сомнения оставить, идя за великим вождем. В гостинице не было места для Божьего Сына тогда, а мы, Его Церковь, безмерно ли любим Христа? Когда Иисус наш родился, на небе пел ангельский хор, и мир неземной отразился во взорах простых пастухов. Они поклониться спешили младенцу с любовью в сердцах, а мы, что для Бога свершили на наших житейских путях? В ту ночь Рождества засияла в небесных просторах звезда, дорогу во хвам указала к царю неземному она. Когда они в путь отправились, в руках у них были дары. А с чем же сегодня предстали пред нашим Спасителем мы? Спал в яслях убогих Мессия, а с нежной любовью в душе, склонившись над Сыном Мария, молилась в ночной тишине. Пусть в день Рождества отразится и в наших сердцах благодать, что больше могли мы молиться и в жизни Христа прославлять, что больше могли мы смиряться и следовать узкой тропой, и с Господом нашим сближаться, который дарует покой. В гостинице не было места, Спаситель, но в наших сердцах вовеки не будет пустесно, отныне в Твоих мы руках. Аминь.